очень рад, наконец. В «Металлисте» стартовала сессия образовательного проекта команды городских управленцев Магадана 2.0. В конференции приняли участие руководители различных организаций, профильных ведомств муниципалитета, депутаты, социальные партнеры, представители общественности. Преподаватели школы управления Сколково рассказали о том, как создать в городе комфортную среду для работы и жизни. У сообщества есть интерес. Этот интерес не выражается в проектах. Этот интерес не выражается в отдельных мероприятиях, которые происходят здесь и сейчас. Этот интерес находится в формулировании образа будущего, идеально картинки комфортного состояния для этого сообщества. Команду от Магадана возглавил мэр города Юрий Гришан. Глава муниципалитета представил проект развития областного центра. Глава муниципалитета рассказал о встречах с недропользователями Колымы, руководителями рыбодобывающих предприятий, а также банков. Градоначальник отметил, что главная проблема – отток населения. Средний возраст магаданцев – около 45 лет. Молодые все чаще покидают Колыму. Мы ставим задачу вернуть городу численность 120 тысяч человек. Здесь очень много находится руководителей предприятий, которые ежемесячно подают заявки на биржу труда с просьбой помочь в поиске рабочей силы. Вот сегодня обновленная цифра, у нас вакансий только заявленных в службу занятости 7,5 тысяч. Для каждого человека, который приезжает сюда временно, мы должны создать все условия, чтобы он здесь остался, отметил Юрий Гришан. Для этого нужно переориентировать экономику, создавать наукоемкие производства с высокотехнологичным конечным продуктом, а образование и здравоохранение вывести на уровень столичного. Елизавета Сипайлова, Александр Фещенко, «Вечерний Магадан».